Гав-гав, привет, я собака, вот моя косточка. Игра развивает мелкую моторику и координацию. Не всегда получается сразу, но тренироваться интересно. Обычно я шью эту игру из фетра, но сегодня буду клеить из картона и бумаги. Выкройки игры «Кто что ест» находятся на моем сайте shillapop.com. Обводим детали по выкройкам. Основу я делаю из картона. Чтобы игрушка была аккуратнее, края нужно пригладить. Все мелкие детали я вырезаю из бумаги. Чтобы уши получились одинаковые, я складываю бумагу пополам и только потом вырезаю. Медведь готов, а в выкройках вы найдете других интересных животных и еду для них. Приятного творчества и веселых игр!